Ялта, парус, в этом мире только мы одни. Ялта, август. А здесь светится все ночью, да? Да, вообще здесь так сексуально. Вы здесь порнуху уже недавно снимали. Серьезно, кто? Да. Ну, блогеры. Да ладно. Да. Что за блогеры тут? Дава М, знаешь такого? Нет. Дава. Сейчас по Москве, да, ощущение такое, что по Невскому проспекту в Питере идем, очень похожая улица. Что тебя короновал? Кто
20 друзей. Среди моих друзей точно нет, а вы это Вася не знаете, может и есть поэтому. Сейчас Вася узнаете, будете знать его. Сергей Михайлов, Москва. Индюк завидел он пуща. Смогут плавать там и там, короче, говоря ему водить. На реке, на озера, на моря. Откуда иногда соленые берега. Но более всего его манило то, что он взращивали Богу, что я дед не взял. Индюк попал на флотку. Индюк по флотке ест. Индюк по флотке пьет. Подальше от воды, на суше он живет. Поездки с берега увидит он волну, он кричит «Дому!». При этом разве грудовой, нам ничего. И произвел урок, о нем пришло и разговор. Какой вариант? Ах, как у такой же отгон, и как татуирован он, а мы живем за пивнами. Дули! Надулся наш индюк, стал героем дня. Воздух съел, вы сам что-то возил, хотя особенно никто и не просил, заголосил. Родня, берите все пример с меня. Довольно вам в пыли купаться. Я водоплавающий, братцы, жить не могу без корабля, а там, в Москве, захлопал крыльями. Есть птичий двор вокруг. Как мы горды, нас посетил индюк. И даже сам петух пропел кукареку. Поставь полу морскому индюку. Так прячется порой нахал, невежда, за громкие слова и пышные одежды. Сергей Михайлович. Да. Я только напомню, что мы студенты брали институт города Москвы. Если можно их поддержать, то мы безумно благодарны. Спасибо, Сергей. Аэропорт Пулково, город Ленинград. Мы в Питере. Движемся в гостиницу Хилтон.
Питер. Вот она, русская Венеция. Русская ночная Венеция. Улица Рубинштейна в Питере. Вот такая вот здесь пятничная движуха царит. Любишь, да, скорость? Так, нет, на самом деле я очень давно за рулем. Лет 13 за рулем. И у меня уже, знаешь, такое отношение к вождению. То есть я уже ничего никому не доказываю, еду спокойно, как бы там могу иногда там огнуться. Не совсем тупо. А так все очень. Просто, ну, на такой тачке, наверное, ну, странно. Не, ну, круто на Мерседесе и по ночному Питеру, да, да, покататься, когда если не сейчас, то есть днем особо ты не погоняешь, не разгонишься все равно. Целую ночь я гулял по Питеру сегодня, познакомился с хорошей девушкой, зовут Аня. По городу погуляли с ней, рассказала много всего интересного, на Мерседесе меня покатала. Круто.